Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Место Жизни. Просит один зритель просто дистарбик, дистарбик. Ну, будем, значит, проходить дистарб. Давайте возьмем обычный костюм у Эммы, потому что мне что-то не хочется вот в таком новогоднем идти. Погнали. Значит, что у нас? Боулинг был в планах, да? Так, гоняем шары. Что я вообще проходил? Эмма аттракцион проходил, массаж мы проходили, там вроде даже ничего пошлого не было. Или я просто не допрошел? Уже даже честно не помню, так давно проходил. Ладно, погнали в боулинг играть. Параллельно буду записывать себе варианты, которые я выбрал, чтобы в будущем не сильно париться. Так, погнали. После вчерашнего чата с Эммой ты пришел в кафе. Вы договорились поиграть в боулинг. Так, ну что же. Первый раз я буду в этом кафе. Говорят, здесь отличный боулинг-клуб. А почему не через дефис? Ну ладно. Нужно сказать Эмме, что я уже тут. Ты достал телефон и начал писать Эмме. Оу! Чат прямо во время этого главы. Я обычно думал, что чат это что-то такое отдельно. Эмма, привет. Я уже стою возле боулинг-клуба. Сейчас зайду. Сейчас пойду узнавать, что там и как. Привет, Алекс. Отлично. А я как раз накрасила реснички. Буду это, скажем так, стрелять глазками. Так. И уже готова выезжать к тебе. Ты же возьмешь мне такси? А у меня денег нет. А ты не хочешь поехать на метро? Нет, возьми лучше такси. Ладно, как скажешь. Я сейчас все разузнаю. Разузнаю. И потом вызову для тебя такси. Жди. Буду ждать. Ну, Эмма и смешная. Так долго красится. Так, кстати, вообще, где мы находимся? А я так понимаю, это вход в кафе, при этом я входа самого как такового не вижу. Ну, типа, я не вижу, где здесь заканчивается вот это... перила. Где эти перила заканчиваются. На самом деле, даже больше похоже то, что слева мы видим балыку. И тут какая-то... одежда сложена, как будто. Или мешки с песком. Не, ну это не мешки с песком, это одежда как будто сложена. Короче, я не могу немножко понять, где здесь вход. Ну, такой угол, наверное, выбрали. Ладно, окей. Ну ладно, пусть наводит красоту. Пойду проверю, что это за боулинг-клуб. Ты направился ко входу в здание. Так, стоп. А очень, кстати, напоминает место... как называется? Больничка. Очень напоминает место в больнице с этой... с Келси. Подойдя к ресепшену, ты услышал, как люди играют в боулинг. Официант! Официант! Эй! Я забыл название песни. Ладно, окей, погнали дальше. Привет! Чем могу помочь? Привет. Мне нужно забронировать одну дорожку. Сколько это обойдется? У меня денег реально нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Реально, надо будет потом накликать. А сколько человек будет играть? Я и моя девушка. А ты уже и девушкой свою признал? Ай-яй-яй. Ну, к счастью, мне хватит. Без проблем. Это обойдет в 120... в 120 лепестков. С одного... А, с одного человека, а нас двое, то есть получается 240. А у меня нет таких денег. Минимальное время час. А там, если захотите, продлите. То есть, ой, блин, да, а что делать, если у меня денег нет? Блин, ну это проблема. Не накликал, уже проблема. И разработчики не хотят помогать. Вообще, кстати, полностью связь со мной потеряли. Ну ладно. Да, есть еще VIP-дорожки. Вы будете только вдвоем, и вас никто не потревожит. Они подороже, и стоят 250 в час с одного человека.
Давайте никакую выберем, потому что я, к сожалению, ну, понимаем сами, еще не накликал ничего, поэтому давайте никакую, я передумал. В другой раз придем к вам. Желание клиента? Закон. Оу, слушайте, это как бармен какой-то, а не официант уже. Желание клиента — закон. Но если бы это был бы официант, то он бы говорил гость. Потому что правило официанта не говорит, что мы клиенты. Ну, в принципе, в ресторанах, да, есть такое правило негласное. Хотя, ну, не писанное, да, не писанное. Хотя нет, написанное. Слушайте, я не понимаю, ну, почему клиент? Гость может все-таки. Ну ладно, окей. Будем ждать вас. Спасибо. До свидания. Ты отошел и позвонил Эмме. А может быть там плюс? Нет. 0, 5, 5, 4, 4, 7, 8, 2, 4. Теперь мы знаем номер Эммы. А, так мы еще и без этого. Алло, Эмма. Привет. Я узнал про боулинг. Дороговато это обойдется. Сейчас я не могу позволить себе столько потратить. А? Ладно. Как-нибудь потом тогда. Мне можно не собираться? Ну, если хочешь, можем погулять. Как-то не особо горю желанием. Ладно, я пойду, пожалуй. Как скажешь. Прости, что так вышло. Ничего, все хорошо. Эмма положила трубку и ушла по своим делам. А ты вернулся к себе домой и тоже занялся своими делами. А почему провалено? Мы же просто не... Ну блин, ну такая глава вышла. Слушайте, не накликал. Ну я не могу поделать ничего. Эту энергию добавили. Я не могу нормально, в принципе, сейчас играть, потому что... Ну, от меня требуют обзоров, но при этом как бы... Мне труднее, чем раньше. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем добра.